Добрый новый день! Сегодня пятница, 30 декабря. Я Анна Филиппова. До Нового года осталось всего ничего. А что нового ждет программу «Новый день» в новом году? Передача с 9 января будет выходить в то же время на том же канале, но в новом составе ведущих. Они уже сегодня готовы поздравить всех зрителей с наступающим Новым годом. Новый год – особенный праздник, совершенно волшебный. Я желаю всем зрителям этого волшебного перехода в новый, чудесный, удачный, прекрасный год. Всего вам самого доброго. Будьте счастливы и здоровы. В новом 2017 году малышам я желаю счастливого детства, ну а мамам и папам – беззаботных будней родительства. С Новым годом вас, друзья! Здоровья вам и вашим близким, и побольше положительных эмоций! В Новом году желаю хорошего настроения, много путешествий и вкусной еды! Дорогие зрители, я всех от души поздравляю с наступающим Новым годом! Предстоящие каникулы желаю вам провести интересно и с пользой! И 9 января в 7:35 утра обязательно включайте канал «Россия-1» и встречайте новый день вместе с новыми ведущими! Мы вас заинтриговали? Подробности в новом дне 9 января. Завтра 31 декабря. Все подводят итоги и строят планы на будущее. В Чебоксарах подведены итоги традиционного городского конкурса творческих работ «Письмо Деду Морозу». По рисунку Екатерины Дермидонтовой, воспитанницы Чебоксарской детской художественной школы номер 6 имени Акциновых, будет издана настоящая почтовая открытка. Удивительно, но дети намного реже стали просить дорогие подарки для себя. Почти не встречаются просьбы о гаджетах и игрушках. Юные чебоксарцы мечтают о котенке или хомячке, братике или сестренке. Самым необычным оказалось желание одной девочки получить мужскую логику. Ради этого она пообещала в новогоднюю ночь в мороз лечь спать с открытой форточкой, чтобы проснуться рассудительно и уравновешенной. Кроме того, Новый год вдохновляет детей на стихи. Они уже с нетерпением ждут чуда. Приходи быстрее лучше, а конфет уже не нужно. Это все на сегодня. Программа «Новый день» поздравляет всех с наступающим Новым годом. Завтра будет Новый день и Новый год.